Добрый день, милые зрительницы! Интернет-магазин «Серебряная птица» рад вновь приветствовать вас на новом видеообзоре серебряных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Ждете ли вы весну так, как ждем ее мы? Если да, то оставайтесь с нами и вдохновляйтесь новой коллекцией, которую мы приготовили специально к наступлению самого прекрасного времени года. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на изделиях – искусственная бирюза. Начинаем наш обзор с величественной и чарующей вставки. Согласитесь, украшения смотрятся очень богато и дорого. Обратите внимание на изящную оправу камня. С обратной стороны серег и также и кольца мы видим вставку. Смотрится это очень интересно. Заказывайте этот комплект на нашем сайте jumagazine.ru. И не сомневайтесь, он никогда не потеряет своей актуальности. Паспортный вес кольца 8,4 грамма, паспортный вес серег около 15,3 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, без вставок. Для любительниц украшений в геометрическом стиле среди новинок нашего интернет-магазина появились вот такие украшения с аккуратными волнистыми линиями. Что напоминают вам эти изделия? Морской берег или крылья прекрасной бабочки? Каким бы ни был ваш ответ, одно можно сказать наверняка. В этом комплекте вы будете выглядеть просто очаровательно. Паспортный вес кольца 1,7 грамма, серег 3,2 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Изделия украшены алмазной гранью. Только посмотрите, супер трендовое украшение. Великолепные минималистичные серьги и кольцо смотрятся просто очень оригинально. В этой модели одно из колец, как на серьгах, так и на самом кольце, покрыто алмазной гранью. Украшения не тяжелые и не будут доставлять дискомфорта даже при ежедневном ношении. На серьгах английский замочек. Он позволит держаться изделию надежно на мочке уха. Паспортный вес серег 13,3 грамма, кольца 15,3 грамма. Представляем вам комплект украшений, в который входят серьги, кольцо и подвеска из серебра 925 пробы, покрытие оксидирования и вставка, конечно же, вы уже догадались, искусственный султанит. К этому обзору мы приготовили вместе с подвеской цепь КТ-35, также в покрытии оксидирования. Мы совсем не преувеличиваем, если скажем, что султанит является любимейшей вставкой наших покупательниц. И ведь это более чем обосновано. Только полюбуйтесь! Какая прекрасная вставка меняет цвет при разном освещении. И теперь она в квадратной огранке и такой элегантной оправе. Заказывайте весь комплект или украшение по отдельности и уверяем, восхищенные взгляды будут просто прикованы к вам. Паспортный вес серег 7,8 грамма, кольца 4,4 грамма, подвески 3,8 грамма.
серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, без вставок. Роскошный комплект в традиционном стиле, весь словно сотканный из утонченных филигранных узоров. Дизайн кольца словно обнимает пальчик своей обладательницы, а серьги так изящно подчеркнут скулы и линию шеи. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте скорее эти прекрасные украшения, пока они еще есть в наличии. Паспортный вес серег 6,9 грамма, кольца 3,5 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка – культивированный жемчуг. Грациозные и изящные изделия. Кольцо и серьги с утонченным жемчугом. Настоящая изюминка в вашей коллекции аксессуаров. Смотрится эффектно и заметно, но при этом ни серьги, ни кольцо не утяжелят общий образ, а напротив, придадут ему мягкости и легкости. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте понравившиеся изделия на нашем сайте. Паспортный вес кольца 3,2 грамма, серёг 5,8 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие на изделиях оксидирования, украшения без вставок. Вот такие смелые и очень стильные широкие серьги и кольцо появились в нашем ассортименте новинок серебряных украшений. Ювелирные изделия такого плана сейчас на самом пике популярности. Поэтому не ждите, а заказывайте их уже сейчас и будьте самой неотразимой. На серьгах в данной модели английский замочек, кольцо по всей окружности равномерно широкое. Паспортный вес серёг 3,8 грамма, кольца 4,3 грамма. Представляем вам кольцо из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования или золочения. Изделие без вставок. И вновь широкое трендовое кольцо, на этот раз визуально более легкое и воздушное. Шинка кольца с обратной стороны сужается, смотрится очень необычно и может подойти под разный стиль одежды, а также сочетаться с другими украшениями из вашей коллекции. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте кольцо на нашем сайте gmagazine.ru. Паспортный вес кольца около 3 грамм. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы с имитацией жемчуга. Покрытие изделий золочения и оксидирования. В нашем интернет-магазине «Серебряная птица» к покупке мы предлагаем вам вот такие серьги с крупной жемчужиной в двух вариантах покрытия. На наш взгляд, это просто очень элегантные серьги, которые прекрасно подойдут под вечерний или коктейльный образ. Петли в этой модели серег нет, но и за счет длины штифта аксессуар точно никуда не денется и крепко будет держаться на мочке уха. Визуально это смотрится очень оригинально. Паспортный вес серёг 6,5 грамма.
Представляем вашему вниманию серьги и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие изделия и родирование. Украшения без вставок. Невероятно изысканный комплект украшений. Только посмотрите, какие необычные изделия. Дизайн у них не идентичный, однако это не мешает им создавать такое невероятное сочетание. В нашем обзоре для показа подвески мы взяли цепь RDG25D, но петелька подвески довольно широкая, и это значит, вы можете выбрать и более массивную цепь по своему вкусу. Заказывайте стильные и качественные украшения от ювелирного завода «Красная Пресня» на сайте официального интернет-магазина jewmagazine.ru. Паспортный вес серег 5,7 грамма, подвески 1,9 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие на изделиях родирование, вставка, чарующий фианит. Вот такие праздничные и нарядные украшения вы можете заказать на сайте нашего магазина «Серебряная птица» уже сейчас. Очень интересная и чарующая новинка. Такое нежное сочетание фианита в огранке маркиз и нежных узоров серебра будет великолепно смотреться с вечерним образом на любом торжестве. Гарантируем, что вы соберете все восхищенные взгляды и массу комплиментов. На серьгах английский замочек, высота и ширина штифта очень комфортны и не давит на мочку уха. Паспортный вес серег 3,9 грамма, кольца 2,4 грамма. Представляем вашему вниманию колье из серебра 925 пробы. Украшение без вставок в двух вариантах покрытия – родирование и золочение. Невесомое и легкое колье – то, что нужно для создания весеннего образа. Согласитесь, они будут очаровательно смотреться с любым вашим нарядом. Осталось только выбрать покрытие на свой вкус и радоваться пополнению своей коллекции украшений. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте изделия на нашем сайте. Паспортный вес колье – около 5,5 грамм. Серьги из серебра 925 пробы – покрытие родирования и золочение с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях – культивированный жемчуг и фианиты. Не устаем восхищаться фантазией мастеров-ювелиров «Красной Пресни». Очень миниатюрные и яркие серьги в двух вариантах покрытия. Какой из них вам нравится больше? Напишите нам в комментариях к этому видео и заходите на наш сайт jewmagazine.ru. Присмотритесь к этим украшениям, мы уверены, они не оставят вас равнодушной. Паспортный вес серег около 5,5 грамм. Представляем вам брошь из серебра 925 пробы. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг. Украшения в двух вариантах покрытия – оксидирование и золочение. Совсем скоро нас будут радовать теплые дни, а вместе с ними и легкая одежда. Вместо курток и пуховиков, наконец, можно будет надеть кардиганы и пиджаки. И, конечно же, обязательно украсить их вот такой брошью от интернет-магазина «Серебряная птица». Филигранные утонченные узоры будут очень интересно смотреться с самыми различными вариантами принтов и расцветок. И выигрышно подчеркнут ваш стиль. А вам осталось лишь выбрать покрытие. Паспортный вес броши – около 5 грамм.
колье из серебра 925 пробы с вставкой из фианитов. Покрытие изделий – золочение или можно выбрать вариант без покрытия. Колье, которое действительно способно принести удачу и хорошее настроение своей обладательнице. На колье присутствует цепочка-регулятор. Обратите внимание на расположение фианитов. Благодаря им колье смотрится очень необычно, добавляя образу загадочности. За покупкой ждем вас на нашем сайте jumagazine.ru. Паспортный вес этого колье около 6 грамм. На этом мы завершаем наш обзор. Мы благодарим вас за внимание и вашу обратную связь. Она правда очень важна для нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео самыми первыми. А за покупками ждем вас на нашем сайте jumagazine.ru. До новых встреч!